Здравствуйте, дорогие друзья! У нас, как всегда, в прямом эфире «Законный порядок в США» с детективом Стивом Дудником. И сегодня у нас в гостях Геннадий М. По заявкам и просьбам наших слушателей. Очень многие слушатели просили Геннадия позвать. Но даже бы, если они не просили, я позвал бы все равно, потому что мне это интересно. А кому не интересно, тот берет чемодан. Как, как говорил Жириновский, вокзал, чемодан. Have a nice day. Вот. Добрый день, Нами. как ваши дела? Здрасте, Стив, все нормально, я отдохнувший, у меня все хорошо, готов удовлетворить запросы наших с вами подписчиков. Сегодня, я думаю, будет интересно. Ну и тогда мы начнем с первого вопроса по вашей, вот конкретно по вашей тематике, то, что вы их очень хорошо знаете. Я не про, спер... не, про скоп... не про конспирологию, вы там тоже хорошо все знаете. В США много людей, пенсионных фондов, общественных организаций имеют вложение в государственные облигации в США и криптовалюты. Как вы считаете, останутся ли сносы в ближайшие пять лет, если подойдет этот крах? что будет с этими пенсионными фондами? Я считаю, что они очень правильно делают. Если говорить о пенсионных фондах, то здесь речь даже не о самих управляющих пенсионными фондами, а о брокерах и американском законодательстве, которое стоит на защите вкладчиков да, или пайщиков этого самого любого фонда. Там невозможно вкладывать в рисковые активы, а рисковыми активами представляют собой, например, государственные облигации третьих стран. Вот вы бы вложились в государственные облигации Нигерии, например, ну или Судана, может быть, Чада. Такие инструменты вообще быть не должны в портфеле. Государственные облигации третьих стран со стабильной экономикой, с хорошими рейтингами рейтинговых агентств, их может быть до 2%. И, как мы знаем, утвердила все-таки комиссия по ценным бумагам и биржам СЭК американская 11 ETF, биткоин ETF, который уже успешно функционирует. Ну, конечно, самым большим из них является BlackRock ETF, ну и остальные тоже. Так вот, там политика такая, что эти уважаемые управляющие фондами, у которых активы под управлением от 2 до 10 триллионов долларов, то есть это не, не самые простые ребята на этой планете, они рекомендуют вкладывать в биткоин до 3-4% от общего капитала фонда. Это первое. А вот сейчас я посмотрел последние новости. BlackRock ETF рекомендует до 38% вкладывать в биткоин. И это уже о чем-то договорит. Да то есть это самый крупный фонд в мире, безусловно, крупнее его ничего нету. Таким образом, Появляются люди, которые анализируют биткоин уже с другой стороны, поскольку, например, у золота, у доллара США есть история, и эта история говорит о том, что это надежные активы. А вот что касается биткоина, у него история очень-очень даже небольшая. Так вот, на днях здесь старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун говорит, что биткоин становится альтернативной глобальной валютой, и мир переходит к нематериальным активам. Активом, и биткоин является наиболее значимым из них. Если BlackRock рекомендует до 38% вкладывать в биткоин, ну, собственно, это уже не является чем-то тем, о чем еще год-два назад говорили, ну, например, министры финансов США, Джанет Елен, э, ну и так далее. И прочие были заявления, такие нелицеприятные. В настоящий момент произошел слом. ETF, фонды золота стали терять, испытывать отток порядка 24% средств. И что интересно, практически все эти средства пришли в биткоин. Это тоже о многом говорит. да, Потому что вот сейчас мы с вами прямо разговариваем. Биткоин, биткоин уже пробил 67 тысяч долларов, пошел в биверг, да, стремится догнать свой all-time high. Которые он изобразил там в 21 году в ноябре И я думаю, что у него это все может получиться Ну и, конечно же, всегда интерес к криптовалютам возникает на фоне их роста Но я вам могу сказать, что сегодня Вот пока мы с вами пишем этот стрим, это видео Индекс страха и жадности зашкалил уже вообще за все рекорды Более 90% То есть э, уровень жадности сейчас таков Что в биткоин судорожно начинают приходить новые люди которые приходят туда на заемные деньги, продают недвижимость, машины, продают все, что можно продать. И вообще, конечно, это некая такая, ну, как бы беспечность, да? некая такая глупость. Поскольку я то же самое помню было и в ноябре. Потому что у меня есть некоторые знакомые, которые не имеют ни к финансам, ни к инвестициям, вообще никакого отношения. Более того, у них и особо-то и вложений ни во что нет. Да? Но вот они тогда в ноябре обратились ко мне. Я тогда продал штук 5 кошельков, 3 вот, я их там пораздавал, все в ноябре. И люди тогда накупили этот самый биткоин. Причем по цене 69 тысяч долларов. Вот 67 он достиг только сейчас. То есть три года они были в минусе, в абсолютном. Сейчас он находится в плюсе. Ну и, конечно, не стоит забывать, что есть классы аналитиков, типа того же Питера Шифа, который вам расскажет, что это не очень хорошо, что это все плохо. Есть Уоррен Баффет, который считает, что биткоин будет равен нулю. То же самое говорит JP Морган, хотя его клиенты он через свои брокерские структуры оказывает такие услуги, покупают биткоин. Я считаю, что это все даже не надо слушать, потому что если о том, что биткоин будет ноль, говорит экономист со стажем, да, инвестор какой-то со стажем уважаемый, то мы можем просто отослать эти заявления ну, к его невежеству, то есть переписать это на его невежество, на том, что ну, он просто в этом не разбирается. Я вот, например, не разбираюсь в абортах и в хирургических операциях на суставах, и я не буду советовать вам титановые какие-то, какого-то именно производителя суставов, ну, я в этом не понимаю. Но я, конечно, могу сказать, что все титановые суставы развалится раньше, чем вы умрете. Но, это... Но я буду неправ. А вот когда уже об этом начинают говорить специалисты крипторынка, о том, что биткоин не будет ничего стоить, вас всех обманут, и при этом они не видят этих самых глобальных тенденций то, что в биткоин пришли огромные деньги, огромные фонды с триллионами управления. И о том, что они в OTC-десках, то есть это не на биржах, а это знаете, когда я к вам пришел вы адвокат я вам верю стив нам надо там поменять биткоин на доллары через ваш офис поменяли, а вы себе взяли процентик за это. Вот в таких вот OTC-десках биткоин уже закончился, его там нету, то есть там нет желающих его продавать. Поэтому неизбежно эти деньги, конечно, пришли на биржу, они оказывают давление. В общем, ответ на вопрос такой. Все эти ваши пенсионные фонды, о которых вы говорите, и все эти ваши уважаемые люди, конечно же, не останутся с носом. Поскольку когда в биткоин вложился и сделал официальные валюты президент Сальвадора на Ибукеле, ему тоже неоднократно, в том числе МВФ указывал, говорил, что немедленно выходите оттуда, что вы делаете. А теперь эта беднейшая латиноамериканская страна находится в плюсе на 40%. И она имеет очень неслабые шансы в течение ближайшего года или двух стать первой беднейшей страной в мире, которая никому не должна. То есть они, в принципе... Okay. А что у нас с Нигерией? Вот Нигерия в последние годы оказалась слишком зависимой от криптовалюты. Сейчас в Нигерии за счет криптовалют и ряда мошеннических систем выслана огромная финансовая пирамида. Ряд экспертов опасается, что если эта финансовая пирамида лопнет, это будет как мыльные пузырь, что приведет к краху экономики и вследствие гражданской войны. Сейчас я вам скажу, что это такое. Значит, то, что вы сейчас сказали, прочитали, эти самые аналитики это все ложь. Это глобальная наглая ложь. Никакой финансовой пирамиды там нет. Там было действительно несколько финансовых пирамид, их накрыла полиция. Но недавно, неделю назад, там арестовали двух представителей биржи Binance. Они хотят им впаять иск в 30 миллиардов долларов. Биржа Бинанс даже СЭК так не наглел за всю историю. Таких штрафов никогда не было. Там СИЗЭ-то оштрафовали порядка 8-9 миллиардов долларов. Это вообще зашкаливающе. А тут такая страна, как Нигерия, конечно, большая африканская страна, более 200 миллионов жителей. У нее никогда такого профита в ВВП не было вообще mm -hmm. в этой стране. Сколько они собираются предъявить Бинансу. Потому что, дескать, Бинанс обслуживал граждан Нигерии. Я объясню, что там случилось. Там на самом деле произошла очень банальная история. В 2021 году правительство Нигерии и Центробанк Нигерии решили внедрить цифровую найру, цифровую валюту центральных банков, и они пытались туда пригласить народ всякими скидками, бесплатным проездом на рикше, еще чем-то. Но народ туда не очень-то пошел. Через полгода громадных усилий правительства Нигерии оказалось, что только 0,4% верят в эту историю, открыли эти кошельки. И то ими оказались государственные служащие, которых заставили их открыть, и туда перечислять эту валюту. Дело в том, что национальная валюта Нигерии, Найра, она очень волатильна. В стране кризис производственный, экономический. Страна не может продавать много товаров за рубеж. Соответственно, у нее недостаток валюты есть. И поэтому... Она постоянно обесценивается к доллару. И люди, которые и так не очень богаты в этой стране, пытаются спасти свои сбережения. И я об этом писал на своем канале в Телеграме. Подписывайтесь, кто не подписан, еще два года назад. Причину этого всего кризиса, вы помните, нигерийские трудящиеся штурмом берут Центробанк Нигерии, эти все кадры обошли выстрелы, взрывы, хлопушки, они просто очень просто сделали, они для того, чтобы людей загнать в эту цифровую найру, они взяли отменили вхождение ста, в стране старших купюр, ну, самых больших, самых крупных, uh -huh. и тогда начался, конечно, ну, потому что в этих самых крупных купюрах осуществляется основная экономическая деятельность, и все сбережения народа, конечно, если вы хотите у себя дома хранить какие-то, доллары, то вы не будете хранить однодолларовых купюрах Ну, совершенно точно. Вы соточки повезете. Вот то же самое в Нигерии. То есть их как бы у народа отобрали деньги для того, чтобы они не оказывали влияние на валютный рынок. И что тогда произошло? Тогда в Нигерии национальной валютой реально стал USDT, то есть тезер, то есть американский доллар цифровой, криптовалютный. Ничего с этим они поделать не могут. И поэтому, когда они говорят, что там раздувается... Криптопирамида, господа, это не криптопирамида, нет там никаких пирамидосов. Люди просто научились со своих смартфонов покупать USDT. Более того, даже рассчитываться ими на рынках. Я не говорю про квартиры, машины, вы там вообще за найру это не купите. Вы ее проведете, оформление сделки как будто бы в найрах вы купили квартиру, но это все равно будут либо наличные доллары, либо USDT. Так вот, когда правительство Нигерии заметило, что все обороты валютные, уходят в этот самый USDT, а USDT ходит вообще, вы же понимаете, для него границ не существует. Хочешь в Америку переведи, хочешь в соседнюю страну, хочешь куда, люди же хотят продукты. То есть в Нигерии очень много завозится товаров из соседних стран, а с ними надо рассчитываться в валюте. Вот нигерийцы научились рассчитываться в USDT. Поэтому это все наглая ложь она уже закончилась отставкой президента, а -а -а. закончилась тем, что председателя Национального банка Нигерии, который вводил CBDC, посадили в тюрьму, и вот они хотят навести порядок. Да, господа, да вы изучаете экономику для первого курса института. Вы никогда порядок не наведете, если у вас в стране не хватает валюты, а вы печатаете национальную валюту такими темпами. У вас будет галопирующая инфляция и так далее. Занимайтесь инфраструктурой, развитием инфраструктурных и торговых проектов. И создавайте хорошие условия для своих предпринимателей для того, чтобы они развивали ваш экспорт. Они придумывайте всякие истории, что у вас там какие-то криптопирамиды. Это не криптопирамиды, просто вся валюта в стране, которая была наличная, ушла в USDT. Они его контролировать не могут. Это им не нравится. Поэтому они придумали историю с арестом двух топ-менеджеров Binance, с тем, что они разнесли по всему миру эту историю, что у них там какие-то криптопирамиды. Все вранье не верьте. Теперь мы немножко конспирологии подойдем. А последнее время очень много разговоров идет о войне в Европе, что все-таки что-то должно произойти. И действительно, мы там, в Венгрии на Трансильванию засматривается, там, в Приднестровье что-то начинает происходить, ну и в Германии, и во Франции все спокойно, фермеры там закидывают, нападают и все остальное. Так что все-таки, Геннадий, вы думаете, близ с Европой? Все-таки война будет, и кому это все это выгодно вообще? Европа, в Европе ситуация очень простая. В США есть несколько так называемых think tank'ов, да, то есть таких мозговых штабов. И одним из них, и самым главным, который создан разведывательным сообществом США, является Rent Corporation, который происходит от Research and Development, то есть RAND Corporation. RAND Corporation — это очень мощная структура с очень большим опытом, созданная в 1948 году для того, чтобы прогнозировать будущее, просчитывать варианты будущих событий. Это один из крупнейших мозговых штабов в мире. В их распоряжении находится огромный компьютерный центр. Практически вся база, которая в Огайо вот построена, это крупнее сод в мире который собирает информацию со всех смартфонов в том числе и с вашего стив и с моего я вот вам прислал там смс стив с Новым годом там, там она уже отложилась где-то вагая не то что они за нами следят они не следят за нами но когда будет надо когда возникнет вопрос а кто такой стив дудник они залезут в этот ваш файл и вымут всю вашу переписку со всеми с кем вы только не встречались так вот это огромный штаб который располагает уже давно, еще задолго до появления OpenAI, чат GPT-335, располагает своим искусственным интеллектом, который помогает обсчитывать, просчитывать возможные варианты будущих войн. Первая такая, я бы не сказал, ну, запрограммированная утечка от Trend Corporation была, когда они просчитывали около 6 лет назад, что может случиться в случае ядерной войны между США и Россией. Там мне очень понравилось. Я сейчас не могу найти, честно, она даже в Ютубе лежала где-то. Это их инфографика очень красивая. То есть, первый день войны, сколько ракет стартовало, сколько сбило ПВО, сколько долетело, какие ракеты США запустили, трайден с подводных лодок. Там. Ну, вот это все было. Как постепенно к России присоединился Китай. В процессе в начале войны он не был за Россию, это все рассчитывают искусственные интеллекты. Эти самые а кто, выиграл, кто выиграл, там пока, пока. Э, суперкомпьютеры я не хочу говорить, кто выиграл, но я могу сказать так: что э, ситуация закончилась неприемлемым для Соединенных Штатов. Результатом нет, конечно, они там всех не убили, и тут не настала ядерная зима, но результат для США был неприемлем, и, да. и им такой результат не надо, собственно, Рен Корпорейшн по заданию правительства. США обсчитывает все варианты, какие только могут быть. Ну, например, сейчас совершенно точно РЕН-корпорейшн занимается разработкой стратегии в отношении Китая и Тайваня. Понятно, что Соединенные Штаты Америки, государство США присоединение Тайваня к Китаю вообще никак не волнует. Ну, кто там, какая разница? Тайвань будет делать то, что он делал и в составе Китая, и в виде как бы типа отдельной территории. Это не имеет значения. А вот то, что Китай становится глобальным конкурентом, США, ну это очевидно. Мы видим с вами, как каждый год по ВВП догоняется США, да, по паритету покупать. Знаешь, я спорта. извиняюсь, одну минуту. Я недавно видел видео в ТикТоке, снимал русский моряк с корабля в порту Китая, в каком-то порту Китая. И он говорит, тут вот мы раньше приплывали, тут невозможно было заплыть в порт. Говорит, корабли стояли, мы в очереди стояли. Сейчас, говорит, порт пустой стоит. Вот наш корабль, он, он там, вот корабль вдалеке стоит. После того, говорит, как американцы забрали очень много компаний и ушли из Китая, и вот нету работы, нету бизнеса, и вот порты стоят. Это правда все или это все разговоры? Это правда, это правда. США сейчас оказывают Экономическое давление на Китай, если мы сейчас посмотрим с вами на фондовый рынок Китая, то вы увидите, что он находится на локальном дне. Нет. Это о чем говорит? О том, что американские инвесторы, которые раньше свободно смогли через гонконгскую шанхайскую биржу покупать китайские голубые фишки они выводят деньги из Китая, и они не просто так их выводят. Да? То есть надо понимать, что крупнейшие акторы экономического финансового рынка имеют непосредственное отношение и к американской разведке, и к тому, уже Рент корпорейшн и пользуются их инсайдами. И, собственно, не просто инсайдами, а прямыми указаниями. Когда объявляли санкции против России, то э, все компании, хотели они этого или нет, они получили указание от правительства США да, на основании вот этих введенных санкций прекратить экономическую деятельность в России. Хотелось им, не хотелось, они оттуда вышли. То есть, если раньше я в 2020 году хотел купить Cadillac Escalade, ходил, смотрел, облизывал, какой он красивый, то сейчас все, у них нет, нет никакого... Они покупают, тебе не нужно, Не что... и нет, я к примеру говорю. Я просто говорю к примеру. Возьми Субурбан или GMC. Юг. Да, поэтому вернемся сейчас к войне mm -hmm. в Европе. Американское правительство попросило Rent Corporation посчитать любые исходы, возможные при вот нынешней обстановке на фронте Украины-Российской войны. Как может все закончиться. Ренд корпорейшн отправил в свой центр, в свой сот варианты, обсчитать варианты. Вы же понимаете, что это в Ренд корпорейшн есть ситуационная комната, которая учитывает не просто состояние дел на фронте не просто количество сообщений в Твиттере на те или иные темы, не просто официальную поступающую информацию, а еще и разведывательную информацию, которая делится разведывательное сообщество США с Корпорейшн, это абсолютно закрытая секретная организация. И доложили правительству США, что для Соединенных Штатов хороших исходов в этой войне нет. Поэтому было рекомендовано США ее прекращать. Вот и все. То есть правительство США получило от Рент Корпорейшн ситуацию, они просчитали ва все варианты. Допустим, там Украина прорывается к Азовскому морю. А почему нельзя было раньше просчитать, прежде чем начинать все это? А, а ситуация была другая, они просчитывали. Если вы помните, Рент Корпорейшн просчитывал ситуацию, российская армия нападает на Украину. Вот, они прочитали ситуацию. Какие они дали рекомендации? Они сказали, что российская армия очень быстро, в течение нескольких дней или недель, окажется под Киевом. Тогда правительство США рекомендовало всем государствам вывести свои посольства во Львов. Если вы помните, то и да. посольство США тоже было выведено во Львов. Они Весь дали правильную рекомендацию? Правильную. Да. Армия России дошла до Киева? Дошла. В Фастове были бои. Ну, мы помним, что в Ближних, в Буче там и так далее. Вопрос, чем это закончился, никто будущего знать не может. Но на тот момент их суперкомпьютер просчитал совершенно правильно, что было бы целесообразно вывести посольство во Львов. Они а. вывели. Сейчас они дали просчет правительству США о том, что война для США не закончится ничем хорошим. Поэтому и надо прекращать. Хорошо. Это рекомендация разведсообщества и РЕНД Корпорейшн. Что думает правительство США по этому поводу? Правительство США готово закончить эту войну, но оно не готово ее проиграть. Закончить, да, давайте закончим, но не проиграть. Проиграть мы не хотим, но, но закончим. Что для этого было сделано? Для этого были придуманы протесты польских фермеров так называемых. Вы понимаете, что когда Соединенные Штаты отправляют военные эшелоны Украине с оружием, то какие-то там фермеры, которые возникнут на их пути, ну, это же вообще не вопрос даже. Там просто одного звонка из Вашингтона будет достаточно, и этих фермеров уже нигде никто не найдет, даже их костей никто не найдет, с собаками не разыщут. Но поскольку этот вопрос возник, возникли и другие всякие грабли. Ну, например, вот эта комедия, которую сейчас американский парламент раз заигрывает с помощью Украины. Никак не могут утвердить. Ну, понятно, из-за того, что Нижняя Палата она это да. все блокирует. Как бы Верхняя Палата и президент готовы подписать, они не готовы... это, это... это... это 4 миллиарда долларов, которые свободные ему даже не отдает и которые от конгрессников... Да, да, они даже эти деньги не отдают. То есть, что они сделали, правительство США? Если вы помните, уход из Афганистана выглядел, ну, просто чисто визуально некрасиво. А ну, ну, триллион денег потратили, до миллиона людей убили ничего не добились и с позором 100, как 100, 100 тысяч бросили талибам на да да своих же которые на них работали и это некрасиво вот э, правительство США поставило задачу да мы приняли информацию Rent Corporation мы им верим они нас никогда не подводили мы уходим из этого проекта но мы уходим красиво. Мы не можем уйти некрасиво. Мы США. Мы должны сохранить свое лицо, потому что у нас идет конфликт в Израиле, у нас намечается Тайвань, у нас на Ближнем Востоке не все спокойно. Мы уходим, но мы уходим очень красиво. Когда мы уходим? Желательно до выборов президента. Вот до этой даты нам надо уйти. Поскольку этот доклад Рент Корпорейшн правительство США получило в октябре прошлого года, если мы с вами посмотрим на календарь происходящих событий в Европе, мы увидим, что именно с этого момента возникли волнения польских фермеров, блокада границы, возникли проблемы с прохождением так или иначе проектов по утверждению выделения очередной помощи Украине, возникли проблемы с производством снарядов, возникли проблемы с тем, что США стали искать оружие повсюду в мире, где только можно, и Южную Корею задействовали, до да кого только не задействовали. Короче, все проданное российское оружие, которое было куда-либо вывезено в США, скупали и отдавали Украине. С октября месяца прошлого года они это перестали делать. Но оплаченные, произведенные поставки, они производились. Первое, что они сделали для того, чтобы закончить войну. Второе. Второе, что они сделали, они дали понять Европейскому Союзу, что придется ему брать на себя эту ношу, непосильную, тяжелую ношу помощи Украине, брать Евросоюзу. Евросоюзу сейчас не сладко. Ну, не сладко это не сказать ничего. Там те же протесты, бунты и все остальное. И там есть недостаток финансирования определенный. Но в этой ситуации, когда США скажут, ребят, мы ничего не можем сделать, мы-то готовы. Но ну, посмотрите на этих идиотов, республиканцев в Нижней Палате. Они же совершенно ненормальные. Они там ничего не дают нам делать. Посмотрите, мы-то готовы. Но ну, у нас демократия, извините, мы тут не диктаторский режим. Поэтому мы просим вас, Европейский Союз, мы вас просим, вы наши партнеры, давайте помогать Украине. Ситуация такая, что Европейский Союз особо физически ничем помочь не может. Ну да, 50 миллиардов они утвердили, но надо понимать, что это не 50 миллиардов сегодня. И эти 50 миллиардов, в конце концов, зайдут в американский военный бюджет. А вообще те, кто занимается фондовым рынком, они прекрасно это поняли, и акции всех этих defense companies, типа Боинга там и прочих, General Dynamics, они очень хорошо пошли в гору. Потому что они сейчас загружены. Любые деньги, кто бы ни выделил на помощь Украине, эти деньги пойдут в США. Все, всем все понятно. В США из-за этого сейчас идет повышение ВВП. Потому что идет повышение выпуска военной продукции. Это первый момент. Второй момент. США понимают, что у них есть определенные сроки, когда они должны этот конфликт закончить. Поэтому сейчас готовится вторая часть войны. Первую часть войны фактически Рент Корпорейшн объяснил правительству США, что они проиграли. Все, украинская армия никогда не поднимется. Никогда не при каких обстоятельствах фонд рушится и фронт будет обвален. Ну, давайте честно смотреть правде в лицо. Все, война проиграна. Украинская армия вообще, в принципе, не существует с июня 22 -го года. Ее уже тогда не было. Через три месяца после войны украинская армия закончилась. Потом уже начались поставки западных вооружений, западных инструкторов и так далее. Война таким образом продолжается. Что нужно дальше сделать? Дать России победить, потому что если фронт обвалится, а обвалится он в марте где-то, приблизительно это не мои слова, это аналитики, военные аналитики Bloomberg написали, что при нынешних поставках вот вооружений, которых нет, фронт обвалится к концу марта ну, фактически посыпется. Соответственно, если посыпется фронт, а на фронте, вы знаете, все происходит мгновенно. Деморализованы войска, войска бегут с позиций, бросается техника, и тогда там российская армия останется просто продвигаться и забирать это все. Эта ситуация неприемлема для Запада и для США, потому что, да, мы-то ушли, мы не виноваты, но мы проиграли эту войну. Проигрывать мы не хотим. Поэтому что сейчас происходит? По косвенным разведпризнакам понятно, что готовится к этому Прибалтика, Туда прибывают американские и немецкие военнослужащие. Ни с того ни с сего, просто ни с того ни с сего вы вдумайтесь в эту формулировку. Евросоюз разблокировал 147 миллиардов евро на помощь Польше за что? За реформу судебной системы. У вас вообще в голове укладывается, они не могут 50 миллиардов в Америке, в самой богатой стране мира, согласовать помощи Украине. Они не могут согласовать 50 миллиардов Евросоюза помощи Украине, но при этом все разблокировали. То есть откуда-то из-под земли нашлось 147 миллиардов на помощь Польше. Вопрос, зачем Польша сейчас так срочно, в зимой, весной 2024 -го года нужны 147 миллиардов. Ну понятно зачем. Потому что Польша будет следующей. В этой войне Польша должна быть следующей. И я, собственно, ничего не выдумываю. Я опять отправляю нас к бюллетеню американской разведки. А, ноября 2019 года там была прям карта боевых действий нарисована. Это все было подготовлено иначе. И если мы будем смотреть на все эти события с точки зрения вот, этой, вот этого стратегического плана, мы с вами все поймем. Дальше что происходит? Дальше Майя Санду, гражданка Румынии, президент Молдавии, кстати, не говорите мне Молдова. По своем языке называйте свою страну, как хотите. Я же, меня же американцы не требуют называть их страну USA. Молдавия. Она и есть США. По-русски это США. Молда... Молдова по-русски Молдавия. Молдавия. Она и всегда и будет Молдавией. Поэтому президент Молдавии Майя Санду устроила экономическую транспортную блокаду Приднестровье. Но М -м. понятно, что как мы знаем, что такое блокада. Газа сейчас в блокаде находится, но правда немного более тяжелый. Все уровни депутаты Приднестровье, в Тирасполе обратились к Путину, типа, помогите нам, что ж такое, нас его, тут блокировали. Его ну, то есть, это заявочка, это заявочка на открытие Второго фронта. Украинской армии Второй фронт сейчас не нужен абсолютно, это им невыгодно, и у них не та ситуация, чтобы они сейчас там собирали несколько бригад и отправляли их на границу с Молдавией. Это вообще не их тема. Да, там много оружия в колбасной, ну, в смысле снарядов, да, но эти снаряды им тоже не помогут. А вот Молдавия стала перед выбором и Майя Санду. Если она это сделает, то есть если начнется военная операция против Приднестровья, России сейчас это супер не нужно. Это вообще им не нужно. Ну, представляете, во-первых, это эксклав, он находится туда не добраться. На самом деле может возникнуть ситуация, когда Россия нанесет удар по Кишиневу. И, между прочим, не исключено, что по Бухаресту сразу, потому что понятно, чья это спецоперация, это, а что, кому это нужно? Это нужно американцам. Американцам очень надо, чтобы открылись хотя бы два или три вторых фронта. Прибалтика, Польша. Польша вводит войска на Западную Украину. И, кстати, между прочим, неплохая, вот я вам скажу, логика есть в том, почему поляки согласились исполнять приказ американской разведки о блокировании украинской границы. Да потому что полякам пообещали, ребята, вы же видите, что ну все, с Украиной все, значит, соответственно, 3-4 области это ваши. Волынская, Львовская, Львов, ну это же вообще это мечта поляков. Uh -huh. Это их польский город Ламберт, они его хотят забрать. Поэтому поляков готовят поляки готовятся стать очередным пушечным мясом в этой самой европейской войне. И других планов у США нет, потому что в данном случае это будет выглядеть так, да, мы США ушли из этой войны, потому что нам не дает Конгресс, не разрешает в этом участвовать, а потом придет Трамп, он вообще не разрешит. Но зато Трамп закроет глаза на то, что Россия пошла, и там пятая статья устава НАТО, что Россия пошла там как-то поляков мутызить и вместе с румынами за то, что они напали на несчастную независимую Приднестровье и ввели свои войска на территорию Западной Украины. Вот чем начинает. Так вопрос еще и в третьем. Сами украинцы хотят, чтобы их Львов, их Тернополь, там, их Луцк стал польским городом. Да нет же! Да, да кто нет. вам сказал? Да, да кто? Какой украинец будет отдавать свои земли? Захочет отдавать свои земли? Ну то есть фактически это уже политический кризис украинский вместе с Зеленским, понимаете? Но вот эта ситуация сейчас развивается. Что идет в этой логике? Я вам сейчас скажу конечную цель Я сразу вот этой войны. Конечная цель опустить Европу. Потому что, если вы помните, после Второй мировой войны план Маршалла Соединенные Штаты настолько выросли. Вы посмотрите, рост ВВП США после 1945 года. Почему они выросли? Потому что Европа мгновенно поступил, план Маршалла, это выделение денег в виде кредитов с европейским странам на что? На то, чтобы американцы строили им промышленность, дороги, инфраструктуру, электричество и так далее. А глобальная причина состоит в том, том, что мы живем сейчас в эпоху кризиса, очень большого кризиса. Кризис капитализма. Кризис капитализма состоит в том, что глобализм за глобализму больше идти некуда. Весь мир глобален. Вы купите бутылку Кока-Колы и в Нигерии, и в Африке, и на Тайване, и даже и, и даже в запрещенной санкциями России. И вон я сейчас выйду направо, скажу и там продается это. То есть мир глобален. Дальше ему расти некуда. Дальше экспансия финансового капитала продолжаться не может. Все закредит дискредитованы до да нельзя очень многие страны, чуть ли не большинство из них, 100% ВВП и больше закредитованы. Дальше это продолжаться не может. Нужно обнуление. Что для этого нужно? Для этого нужна война. Война да, за пределами... Да, война за пределами США. И сюда же мы плавно перетекаем к Красному морю, к Хуситам. С Хуситами вообще очень интересно все, Геннадий. Эти, эти, эти э, головорезы в тапочках уже позволили себе перебить интернетовские кабели, имеют противокорабельное оружие, и вообще все, и и, и, никто, и никто ничего не делает. Они взяли все, за, за яйца взяли, весь мир. Что происходит? Да, ну, давайте вернемся к хуситам. <laughs> Тоже веселые ребята. Yeah. Хуситы, конечно, очень веселые ребята. И если там не торчат уши британской разведки, то это вообще даже не Британия, это она просто сплоховала. Естественно, хуситы выполняют большое задание. Большое задание глобалистов, которое заключается в том, что они упустили, не доделали во время пандемии вот эти самые цепочки поставок, не возникло глобального голода, не возникло глобального дефицита. Нет, конечно, они подразвалили экономику Европы очень сильно, да. Mm -hmm. Но все опять же в той же логике. Для чего Польша выделили 147 миллиардов евро? Для войны с Россией. Для чего нужна война России и Польши? Для того, чтобы в Европе возник страшный кризис. Что они делают для этого еще? Хуситы пожалуйста, результат работы хуситов. Да, какие-то ребята в резиновых тапочках с какими-то ракетами непонятно откуда-то взявшимися топят британский сухогруз. Смотрим последние новости биржевые. Я вот прямо сейчас смотрю. Стоимость оливкового масла в ЕС плюс 50%, в некоторых странах до 80%. Это вот последние биржевые новости. Дальше смотрим. Биржевые цены на хлопок пробили вверх сопротивление последних двух лет. Значит, наблюдается рост вот за сутки 2-24%, в целом 50%. Дальше смотрим. Биржевые цены на какао продолжили рост после неудачной попытки коррекции. Что мы здесь видим? У нас на начало года 4000 за тонну, сейчас мы видим, она под, подкарабкивается к 6500 за тонну. Это что происходит? Так это хуситы в тап, как же все делают. А кто выгодополучатель? Зачем это хуситам? А что они еще могут делать? Да они бесстрашные люди, они уже собрали армию 200 или 300 тысяч. 600, уже 600 тысяч. Уже 600 тысяч. Ну, отмобилизовали одно дело отмобилизовать. Мы же с вами помним э, моби первую мобилизацию частичную в России. Отмобилизовали 300 тысяч. Потом оказалось, что не... попробуй еще на шеи на них одежды нужных размеров. Да, им всем автоматы. Им одежда не нужна, те же в тапочках бегают. Да, они бегают в тапочках, но им, как минимум, по калашу надо дать. Вот, пару, пару гранат им надо дать. Потом им РПГ надо дать, ну, стингеры, что-то, это вот это все у них должно быть. Ну и конечно а у куситов есть очень замечательные... Ну, во-первых, у них сейчас водные дроны. Это хорошие вещи. Во-вторых, у них появились беспилотники. Но они а сами это... не могут ними управлять. Кто-то же управляет там с этими... Я не Ну, по слушайте, я думаю, что десяток инструкторов КСИР, Корпуса Стражей Исламской Революции, приехавшие из Ирана, пересняли военную форму, одели резиновые тапки и нормально этим всем а делом... Иран к этому имеет отношение прямое? Абсолютно. Да вообще это не вопрос. Иран имеет к этому прямое отношение. Более того, тот гиперзвук, который по слухам у них есть, это же, ну вы понимаете, что такое пустить гиперзвук, это же не РПГ, а гиперзвук. Гиперзвук это ракета, у нее есть целеуказание, откуда она его получает. Это целая инфраструктура, значит там должны быть задействованы спутники, либо разведывательные дроны и самолеты для указания. Вопрос будут ли, смогут ли, захотят ли они применить этот гиперзвук, который у них есть? Да, наверное, захотят. Вопрос, а куда их еще могут кинуть? Помните, мы с вами записывали три или четыре месяца назад видео, в котором я вам объяснял, почему британская корона заинтересована в том, чтобы на данном этапе проект Израиль прикрыть. А mm -hmm. теперь что мы смотрим на эту британскую корону. Где, где они? Где виздеры, куда они делись вообще? Они же все заболели куда-то, что-то им mm -hmm. плохо всем стало. Ну ладно, король Карл Третий. Ну, это нормальный такой иудей. Он обрезанный, кстати. И все нормально у них там с этим. Куда они делись? Ну, там тоже идет. Здравствуйте, проект, у них не получается у них. Они, они, а потому что, видимо, есть хабат который считает, что ну не, ребят, не сейчас. Да, мы можем на все пойти, но вот это давайте мы не будем делать. И они тогда начинают разбираться, клюют Британию в самое сердце. То есть Британия всегда будет Британией. У нее всегда будут, как они говорили, знаете, в британской политике, как говорил Уинстон Черчилль, у нас нет ни врагов, ни друзей, у нас есть интересы. У них нет такого, как, например, там Дональд Трамп поддерживает Израиль, перенес посольство в Иерусалим, там, ну, типа, все понятно. Это наши друзья. Он же говорит, это наши друзья. А британцы вам объясняют, у нас нет ни врагов, ни друзей, мы всех одинаково любим, и хуситов в тапках, и, значит, Израиль, и палестинцев мы очень любим, мы всех уважаем, у нас есть интересы, если нам интересно, мы работаем, если не интересно, не работаем. Так я вам могу сказать, что результат вот этой пандемии, которая настигла семейство Виздоров, он все-таки приведет к тому, что королевой Великобритании станет метиска. Понимаете? это, Потому что Вильям тоже уже куда... Принц Вильям тоже куда-то делся. Что-то он там не может исполнять. Uh -huh. И... И тут, значит, может появиться как раз младший братик, который был изгнан там, который в Америке и так далее. А что он делает в Америке? А вы спросите, какое он отношение имеет к Хабаду? Ну, вот такое. Поэтому как бы не надо сбрасывать со счетов Хабад. Если вы хотите делать большую политику, геополитику, да, вы должны интересоваться, а надо это Хабаду или не надо. Поэтому там вот там такая сейчас ситуация происходит. Теперь, что касается их прокси-хуситов. Куситы выполняют крайне важную задачу. Они готовят мир к плану Маршала-2. Зачем план Маршала-2 нужен США? Вы же знаете, что когда Римская империя стала испытывать проблемы с управлением провинциями, то умные люди, стратеги, подсказали императору, что, ты понимаешь, для того, чтобы Римскую империю сохранить, надо... и, и все очень плохо, надо сделать так, чтобы провинции жили в сто раз хуже, чем метрополия. Вот и все. У США, США сейчас находится в кризисе, в глубоком кризисе, да? Эти триллионные долги, внутренние разборки, пока там все непонятно, пока там не было выборов, пока не пришел Трамп, пока еще все не ясно. До этого времени США обязательно надо. Вы, вы просто знаете, как по детективу? Вы же ты, ты, детектив, вы же понимаете, когда происходит какое-то событие, вы ищете, кому это выгодно. Кому выгодно, чтобы хуситы потопили британский балкер? Америке выгодно? Конечно. В Европе настанет хаос, в Европе будет война, русские танки входят в Париж. Кому это выгодно? Америке, его же потом восстанавливать надо будет Париж, ему же нужны будут машины, дороги. Американские оборонные предприятия сейчас задыхаются от заказов, как оказалось, что даже деньги не решают. Денег очень много в отрасли. Кому это надо? Соединенным Штатам Америки. Что еще нужно с Соединенных Штатов Америки. Ему нужен Китай. Ему нужен Китай. Теперь вопрос о России. Многие очень говорят, Россия проиграет эту вол... войну. Читаем вчерашние новости. Прям вообще замечательно. Мне так нравится. Я просто, я просто вот читаю, и я сразу вижу почерк. Итак, 29 февраля парламент ЕС принял резолюцию о развале России. Поздравляю. Обязательным условием установления в России демократии объявляется ее деколонизация, рефедерализация, добиться которых предлагается через нанесение России военного поражения через Украину. Расчленение России как цель политики Евросоюза проголосовало 506 депутатов, 9 против и 32 воздержались. что самоубийцы? Не, они постановили, я вам серьезно говорю, 29-го это парламент ЕС принял резолюцию. Дебилы. Дебил, абсолютным дебил. большинством резолюция за расчленение России как цель политики Евросоюза. Теперь давайте подумаем, Говорит, ну все, приняли сейчас расчленят. Не, не расчленят, ребят, давайте вернемся к главному интересанту, американцам. Что нужно американцам? Американцам надо в Европе план Маршала-2. Вопрос, как довести Европу до плана Маршала-2? Ну, есть, конечно, хорошие ребята, мигранты, они нормальные парни, мусульмане, они все дисциплинированы, если им поставят задачу, ну, они устроят там джихад, конечно, да, но Европа слишком большая. Даже если там будет 5-10 миллионов мигрантов, они не справятся с большой европейской машиной, у которой 600 миллионов жителей, да, подавят этих мигрантов. Кто может устроить там подготовку к плану Маршала-2? Только российская армия, ну, по-любому, ну, да, ну, кто? Ну, поляки пойдут, что ли, на Париж? Не пойдут. Ну некому там идти, поэтому, значит, надо России нанести. Кстати, между прочим, вот эти всплывшие секретные переговоры офицеров Бундесвера, mm -hmm. э, которые передавали ракеты Таурус для нанесения удара по Крымскому мосту, там же планировалось сразу, а то, знаете, одной ракетой ударят. А можно невозможно разрушить мост? Очень тяжело разрушить? Не, может, мост можно... тяжело разрушить, потому что он очень длинный. Понимаете, поэтому а можно, можно покрытие где-то поударить, но мост не, 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 там, слушайте, там надо вам послушать, между прочим. Прикол. На сайте БРД бре, немецкой разведки <laughs> идет ссылка на зазипованный файл с этой записью, и причем пароль содержится в самом сообщении. Но это... Я не верю в эти случайности, вы поймите. Это британ, но, я думаю, что это британцы сделали в я, но, но это Но это точно не русские. Уру, ну, точно это не русские, потому что, во-первых, это было взломано через Гонконг, это или китайские спецслужбы, но это точно американцы, скорее всего, сделали. Так вот, что самое интересное, они передают, допустим, до сотни ракет «Таурус». Но ну, вы знаете, это дальнобойка очень мощная. Это та самая ракета, которая была запрещена по договору о нераспространении ракет средней и большей дальности. Они туда входят. Они планируют, что надо выпустить три ракеты по проемам, по самым большим. То есть, когда упадут большие пролеты, они же до этого били маленькие. Ну что там пролет какой-то, 50 метров. А бить надо тот, который прямо над заливом, над самим. Вот они планировали разбить эти мосты, так, ну, а тот большой пролет ты быстро не восстановишь. Для того, чтобы можно было это сделать. Это для чего делается? А для того, что появляется Дмитрий Анатольевич Медведев. Кстати, он тут появился на всемирном там, молодежном форуме в Сочи в форме доктора Зло. Вы видели? Это, это, в общем, это очень красивый костюм такой, синий у него. Френч такой, знаете, в котором Мао Цзэдун ходил. Да, 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 да. Вот. Ну и, конечно, он там всякие веселые вещи сказал. И он в том числе и сказал то, что удар по Берлину и Лондону. <laughs> вот, вот удар по Берлину и Лондону. И это не первый разговор на эту тему. Я вам просто могу сказать, что будет дальше. Вот меня спрашивают, а будет вот эта танковая война в Европе, когда там будет стрелять, под Варшавой где-то там, в Праге, в Берлине какая-то война. Я могу сказать, что нет. Потому что если мы посмотрим сейчас на позиции там, российских войск на этом конфликте, это очень ресурсная и затратная война. Но не будет России конвенциальными средствами воевать с Европой. Не будет. А что будет? А я вам скажу, что будет. Ядерный шантаж. Все, точка. Вот эти миллиарды долларов, которые дали полякам и которые пошли в Америку сразу. Сейчас полякам идет отгрузка, очень большая отгрузка вооружений. Представляете, как США надо трудиться, чтобы вооружить Израиль, чтобы вооружить Тайвань, и чтобы вооружить Украину, а теперь еще и поляков. То есть туда сейчас таскивают огромные ресурсы в Польшу. Для чего? Для того, чтобы дать русским понять, ребята, это не блеф, мы серьезно, мы НАТО, и мы сейчас вам тут всем покажем. Но когда, допустим, России не вопрос там, собрать после выборов президента объявить очередную мобилизацию набрать миллион человек и кинуть их там на Польшу или еще куда-то на Приднестровье это ну как бы это не вопрос то есть это Россия все равно ее нельзя запугать этим что мы у вас там что-то отнимем нет нельзя но вопрос то в другом а зачем а зачем а зачем полегли эти сотни тысяч на сражениях украинской войны для чего для того чтобы прийти к тому, чтобы э, в, воевать со всей Европой, нет, абсолютно нет. Поэтому будет ядерный ультиматум. Это он будет, наверное, в закрытой. Это не будет такое, что выйдет Путин, скажет, «Э, сейчас там всем бомбы. По...» нет, это будет по дипломатическим, по военным и по каналам разведки а между ними есть очень тесное взаимодействие, будет представлена такая инфа, что мы не блефуем, ребят, у нас нет возможности, сил и времени воевать с вами конвенциональными средствами, но ну, для начала мы нанесем удар по Варшаве и Берлину, а дальше посмотрим, может быть, и по Лондону. И, в принципе, эта история, случится она или не случится она, в любом случае выгодополучатель в этой истории США. Потому что если это все произойдет, то, что я вам перечислил, в том числе с помощью хуситов в этих самых тапочках в резиновых, то в любом случае США остаются Гегемоном. Нет ничего не будет, никакого Китая сильного понятно, что там будет страшнейший кризис, если война начнется и военная морская блокада. Ну, тогда уже официально Китай признают агрессором и будут блоки блокировать морские пути. Естественно, если морские пути будут заблокированы, 80% всего товарооборота Китая проходит по морю. Но вы понимаете, что случится. В течение месяца 800 миллионов человек останутся без работы. Ну, соответственно, их надо будет еще при этом чем-то кормить. А вот. если план США не сработает? Если план США не сработает, то у них на этот счет есть Rent Corporation, которая говорит, что по-любому с Европой надо вопрос закрывать, потому что это очень хороший рынок это квалифицированные кадры, это огромное население платежеспособное. Этот вопрос надо решать. Но тогда мы откроем еще значит, пару фронтов. Дело в том, что нам с Россией надо разобраться. Если этот план не сработает, то мы тогда сделаем вид, что мы миротворцы, мы придем и скажем, все, мы здесь делаем мир, мы США, мы России возвращаем арестованные резервы, они позвонят в Брюссель, те быстро разблокируют, сами тоже разблокируют. Мы э, с Россией подписываем многогранный договор о мире, мы меняем роль НАТО как организация. Если Трамп приходит к власти, он его де-факто он его распустит. НАТО распустит. Зачем НАТО надо? Россия наш союзник теперь. Мы вместе будем строить европейскую безопасность. Для чего это нужно? Для того, чтобы в войне с Китаем Россия не приняла сторону Китая. Хотя понятно, что Штаты сейчас просто кинули Россию в объятия Китая. Это уже одно целое. Они слились. Я вам могу такие косвенные признаки сказать. Ну ладно, там Северная Корея по некоторым данным, поставила не 3 миллиона, а до 12 миллионов производственная программа снарядов, 152 миллиметра, так буквально 2 или 3 дня назад на поле боя украинским спецназом были обнаружены очень странные снаряды. Это 122 миллиметра, советский калибр, советские гостовские штампы на этих снарядах. Но есть маленький нюанс. Немножко другой цвет меди на капсуле, и все эти снаряды находятся в пластиковых контейнерах. Стоп. Что? Советский Союз пластиковые контейнеры для снарядов. Ребят, ну что вы смешите? Они привели, нашли точно такой же контейнер. Оказывается, он применяется в китайской армии. Это современные снаряды. Но фишка состоит в том, что вся маркировка на этих снарядах на русском языке написана кириллицей. Вы знаете, что это мне напомнило? Я однажды приехал в Китай, ну, у меня там было свое производственное задание, и меня водили по производственным мощностям одного машиностроительного завода. Это крупный, крупнейший машиностроительный завод в Китае. И я там, когда нас повели по складским и по логистическим помещениям, я увидел, что грузятся палеты, и там, было, там стояли палеты, и там было написано «Купуй справжнее, зроблено в Украине, ЗАЗ» запчасти для Таврии, для украинской машины, и покупай настоящее, сделано в России, Тольятти, Россия, автозапчасти для АвтоВАЗа, для Жигулей. Это, это все сделано в Китае. Вы там не найдете ни одной ошибки, ни одного иероглифа. Все палеты полностью упакованы. Ну, там европалета, понятно, там на ней евро написано и все. А все эти запчасти были произведены в Китае, полностью на кириллице все написано. Поэтому вот эти 120-миллиметровые, 122 миллиметра снаряды, они производятся в Китае. О чем это говорит? О том, что Китай, несмотря на эмбарго, на санкции, на официальную позицию, каким-то образом, возможно, через Северную Корею поставляет китайские снаряды на фронт. Возможности производства Китая по производству снарядов, вы понимаете, они превышают все мировые. Yeah. И поэтому, если уже Китай в этой игре, и, между прочим, Rent Corporation это все может учитывать, потому что он располагает разведывательной информацией. Американские спутники-шпионы очень классно до единицы просчитывают количество контейнеров с продуктами, которые пришли в Северную Корею, и такое же количество контейнеров с оружием, которые вышли из Северной Кореи, потому что вы знаете, что в Северной Корее буквально полтора-два и года назад был самый настоящий голод, погибло 300 тысяч граждан от голода. Сейчас. В Корее изобилие. Да. Вагоны по Транссибирской магистрали с продовольствием идут. Корейцы хорошо едят. У них улучшается настроение. Повышается производительность труда. Снаряды едут на фронт. Так вот, фишка-то состоит в том, что да, страны могущественные. Очень хорошо развита промышленность. В данный момент все сообщество стран J7, включая США, может производить приблизительно 200 тысяч снарядов в месяц. Российская Федерация производит 5 миллионов. Все, ну вот, как бы здесь уже на этом этапе должен быть понятен вопрос, какой план у США эта uh -huh. ситуация управляется сто процентов. Управляется хуситы. Работают на эту тему? Конечно, да. работают. Да, в случае чего, конечно, как некоторые аналитики говорят, могут эти 600 тысяч хуситов как-то в Израиле оказаться или в Палестине. Так, в вот, кстати, вот у меня вопрос тебе будет. Смотри, так что у нас там сейчас происходит в Израиле? Я вот разговариваю с Израилем постоянно и они готовятся к войне на севере. Они реально готовятся к этому. А, вчера, вообще, был, позавчера был уничтожен как-то сын, а не сын, а внук Насралы как-то под обстрелами наказался. А, в Ливане, конечно, шок. В Ливане они понимают, что если эта война случится, да, Израилю будет нелегко, будет очень тяжело. Но Ливан сам уйдет в древние века. Ливан перестанет существовать, и они это прекрасно понимают. И они умоляют э, Хизбалу не делать этого, но Хизбала не сильно их слушает. Так что, что вот, Геннадий, вы думаете, что будет там дальше? Ну, во-первых, знаете, что я могу сказать? Помните, мы с вами когда говорили о начале конфликта в Израиле, мы с вами говорили, что современная война она отличается очень высокой степенью непредсказуемости. Конечно. Совершенно понятно, что Цахал самая мощная армия на Ближнем Востоке, израильская, более того, самая супер вооруженная, более того, Израиль сам является производителем высокотехнологичных вооружений, да. что Цахал только подойдет к газе и они сами все попрыгают в море и уплывут куда-то нет этого не случилось что мы сейчас видим что нет современная война она не такая простая как это может показать но они практически в газе там там остался один город все в газе остался один город осталось три батальона Хамаса. А, там, там заканчивается все практически. но давайте давайте так какие у нас были прогнозы в октябре ну две недели да Вопрос ну, понятно, что прогноз они но, меняют. Но, 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 понятно, война, она приобретается... Там же, там в... же переговоры, там пытаются Значит, ну, помните, я вам говорил такую интересную вещь. нетаньяху как ставленник Хабада, это, собственно, прямой офицер Хабада, он должен обязательно втянуть более широкие силы в эту войну до выборов президента США. Потому что он знает, что пока Байден на месте, Америка обрушится всей своей мощью и вмешается в этот конфликт. Когда придет Трамп, никто не знает, потому что позиция Трампа... Трамп, трамп, трамп не офигенно относится, Трамп, у него проблемы с Израилем нету. Не-не, это... у него нет проблем с Израилем, у него есть проблемы с американскими солдатами за границей. Вы же знаете, что когда он был, он ни одной новой войны не развязал и закрыл, предотвратил вот эти вот инциденты да. в Персидском заливе. Он не, не за то, чтобы штаты тратили ресурсы на какие-то войны. Но при этом он, он тогда официально заявил, когда они сделали посольство в Иерусалиме, и все арабы кричали по всему миру, араб официально заявил, что не дай бог кто-то тонет Израиль, и он обрушит всю свою мощь. Да, но с другой стороны, что мы сейчас видим у Демпартии? Дело в том, что Традиционный электорат демпартии мусульмане отвернулись от Байдена, потому что, да. ну, а им это не нравится, им это не нравится, и он просто еще раз говорил, что сейчас очень хорошее время, вот 24 год до ноября, декабря месяца 24 -го года очень хорошее время для раскачки третьей мировой на всех фронтах, поэтому Прибалтика, поэтому Польша, поэтому Ливан вместе с Хезболлой и это надо сделать. Израиль понимает, что когда начнется война с этой самой Хизбаллой, это так легко говорить. Помните, мы оценивали приблизительно 30 тысяч Хамаса в Газе, 30 тысяч. Как они вооружены? Ну, есть там у них и РПГ, есть и схроны с оружием и так далее. Но э, как бы хизбала это совсем другая тема. Они да, вооружены... об этом говорят, что очень сильно будут ракетные обстрелы. Да, а, да, северные... Железный купол работать не будет, будет работать, по-моему, там что-то еще, они они, они понимают, что происходит. Они перегрузят, да. Они, они, понимают. Объект, они обрушат всю мощь на Ливан, и они его просто уничтожат его. <как> ну, по подождите, ну, Хизбалла – это иранский проект, ну, как бы по снабжению. И, еще, еще Иран не очень готов потерять своих саталитов там тоже, потому что это их не Кадына и у Ирана. А, смотрите, здесь все будет происходить таким образом. Они сейчас прекрасно понимают обстановку с вооружениями на мировом рынке их мало, вооружений очень мало. Страны оставили себе, никто поставлять на внешние театры военных действий это это оружие уже не хочет. Угу. И они, но есть такая страна Иран, которая его очень много производит, более того экспортирует. Иран может воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы в этом конфликте как-то сыграть. И здесь, если мы с вами возвращаемся к версии, что британская корона хочет получить свои земли взад, которыми она владела, mm -hmm. э, скажем там, считала, что владела столетиями, она хочет эти земли опять получить, потому что, помните, мы с вами говорили, что независимый, сильный, инновационный Израиль не нужен британцам. Там нужны, значит, не очень богатые сельхоз предприятия, то есть такая должна быть управляемая эта сила. Поэтому Израиль ее там не устраивает, для нее он конкурент. Поэтому где гарантия, что британская корона, если она еще останется жива к тому моменту, не даст команду чувакам в тапочках в количестве полмиллиона человек в тот момент, когда Сахал пойдет на север, подъехать туда вот где-нибудь в район Иордании, вот где-то с той стороны, вот кто даст гарантию? Никто. Вы Поймите, что да, Сахал мощная сила, да, Америка поддержит, да, поток оружия кораблями туда идет. Но когда они вяжутся, надо просто соотносить силы. А, вот э, ХАМАС по сравнению с Хизбаллой, это маленькая часть какая-то. ХАМАС это очень маленькая часть. Да, они там убежденные все, но извините, Кизбалати еще более убежденные. Мы не должны забывать про Ерехоновые трубы. Вы помните, да, что это такое? Да. Да, Голдемей говорила, что у нас нету, но если что мы то, что мы поставим, Но, вы решили... знаете, современный украинский конфликт показал, что никакое супер-пупер вундервафли оружие ничего не решает на поле боя. Вот ничего. В конце концов, по полю боя должны пройти автоматчики в сапогах вот тогда эта операция считается защищенной или законченной. Большого решения не может. Там Украина сделала супер укреп Авдеевка. Его невозможно было взять, потому что ну реально они сидели там под землей, ничем нельзя было взять, да. Но видите, как Россия перегрузила ПВО на этом направлении и закидала все фабами. Ну, Геннадий, а, мы уже час в прямом эфире, и у меня последний вопрос, по потому что мы так не остановимся никогда, последний вопрос, а чем закончится сейчас война на Украине? Чем? Они, они в до 100 переговоров, Россия займет Одессу, Одесскую область, останется только Львов. Что вообще, как вот вы это видите там? Потому что мы понимаем, что помощи с Америки никакой нету, мы понимаем, что Америка, украинцы скоро заканчиваются, а, и там все очень-очень тяжело в данный момент. А, что вот вы думаете? Ну, ближайшие планы такие. Назначение Сырского на должность главнокомандующего обязательно приведет к тому, что Сырский должен будет сделать прорыв. Оппозиционная война в данном случае никого вообще не устраивает. Поэтому Сейчас есть резервы, сейчас собираются, призывом занимаются, так называемым, добровольным. Добровольным, и... да? Да, добровольным. И эти все резервы, причем подготовленные, сейчас очень много резервов готовится, в том числе и там и F-16 появится, скорее всего появится, готовятся к наступлению. Вопрос, когда оно может быть. В том месте приблизительно к маю начинает высыхать. То есть с числа 15 мая, вот там мое предположение, с 1 по 20 мая Сырский предпримет попытку огромного давления, огромного прорыва в направлении Черного моря. Эта попытка будет предпринята. И здесь уже как карта ляжет. Если... В чем была ошибка первого контрнаступа Украины? Ошибка была в том, что они взяли тактику... Ну, в принципе, украинцы не управляли этим фронтом, эти все операции готовились в НАТО. В основном британцами. Тактика была британская. Они небольшими группами пытались атаковать, оставляя большие части в резерве. И они прощупывали фронты. То есть они шли в одно направление, во второе, в третье, испытывали минные поля, понимали, где можно прорваться. Они сделали громадную ошибку. Они собрали тогда около полумиллиона хорошо вооруженных людей, у них было очень много оружия на начало контрнаступа, на весну. Им надо было сразу всем полумиллионам идти на Азов. Они бы точно, да, они бы положили в первый день 50 или 100 тысяч бойцов, прям положили, потому что там мины, там заграждение, там шквальный огонь, но они бы чего-то добились. Что бы было дальше, это вопрос второй. Что будет сейчас? Сейчас, во-первых, нет столько оружия, сейчас нет столько сил, сколько было в прошлом году. Сейчас Сырский может предпринять массированную атаку. Он может 100-150 тысяч человек поставить на прорыв и Не прорваться к Черному морю. А дальше это закончится окружением, котлом и развалом фронта. Это мое предположение такое. Когда фронт рухнет, в Москве тут же появятся парламентеры, которые будут рассказывать об условиях мира. Какой расчет западного мира и Украины? Расчет приблизительно такой, что будет подписан мир. То есть не мир, а перемирие. Будет заморожен конфликт в тех границах, в которых он есть. Украина согласится на то, что вот эти территории, они остаются за Россией, там Крым, вот эти все новые области, то, что будет завоевано, они остаются за Россией. Украина соглашается с нейтральным статусом, поскольку если она не соглашается, то война не закончится, переговоры дальше. Вы понимаете, это семья Зеленского. Если Зеленский на это пойдет, он больше не... Это все. Это... Ему вспомнит, что он еврей, ему вспомнит все там что тогда. Этот вариант на Западе тоже прорабатывается. Есть очень два хороших кандидата, один из них залужный. Его как бы это двинули типа он здесь ни при чем. Вот к тому, а что а сейчас... а. 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 Ну да. Почему нет? Он ни при чем. С Арестовичем будет говорить Москва. Ну, то есть, как бы он вменяемый, и с ним можно разговаривать. Он, типа, говорит на понятном языке. Заложный это военный. Он сделает все необходимые формальности и подпишет все документы. Но он скажет, что я не причастен к этому прорыву Цирского, который был на самом деле ошибочным. Я здесь ни при чем. Я предлагал другие варианты. Я предлагал строить... Он же давно, Заложный, предлагал еще два месяца назад строить укрепрайоны сзади, за Часовым Яром, отходить вот туда, и а там... Зеленского вывезут в Америку, да? Я думаю, да. Я думаю, что Зеленский... Или все-таки Зеленская... инфаркт. Тогда. Вот такой рубец. Вы знаете, вот, судя по всему, американцы всегда стараются таких людей защищать. Он, он всю свою жизнь послужил на служении Америке. Ну, скажем так, ну, все положил. Он все честно, он все честно делал до конца. Может, даже то, что ему не нравилось, он делал. Поэтому судьба Зеленского здесь, она как бы не особо интересна. Здесь интересно то, что у них есть план заморозить этот конфликт на 10 лет. На 10, на 15 лет. А за эти 10-15 лет подготовиться к решающей войне 25, 28, 30 -го года. Или Ишак сдохнет, или Ишак сдохнет. Или Да, 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 к решающей войне, где они, конечно же, победят Россию. Ну, если всю Россию не победят, то выйдут на границы 91 -го года. Потому что к 30 году США закончат разборки с Китаем, с Тайванем, там уже все будет ясно, с Израилем, Ближний Восток, там все уже закончится, там уже поедет техника строить новые дороги, там столбы ставить, все. И вот к этому времени Украина значит, будет готова к решающему супер новым оружием. У нее может появиться, я не знаю, 100 тысяч дронов, еще чего-то, еще какое-то. Мы даже с вами не знаем, какое новое оружие э, современное будет в следующей войне. Но в этой мы видим, что старая школа, она уже не работает, к сожалению. То есть методами и приемами Второй мировой войны сейчас воевать нельзя. Окей, okay. uh, большое спасибо. Нам вот еще одно продолжение на передачу делать, потому что не хватает времени на все. Большое спасибо, господа, подписывайтесь на наш канал. А подписывайтесь на, на канал Геннадия М. Обязательно у него там все очень интересное, телеграмма, будут все эти ссылочки. Геннадий, большое вам спасибо. Uh, надеюсь, может быть, если будет у вас свободное время, может быть, встречу понедельник, мы увидимся, если вы сможете. Но ну, мы с вами отдельно поговорим, потому что мы даже закончили. Мы не закончили, у нас мы, на, да, мы на, на середине остановились, и вот уже, часа, уже час 12 тери, уже слишком много. Хорошо, а спасибо вы. большое, Стив. Всего доброго, до новых Все, встреч. Иначе, Все, большое всем спасибо, господа. Подписывайтесь.